Им ставят особые задачи и к ним предъявляют особые требования. Ежегодно в России 24 октября отмечают День подразделений специального назначения. В Химках провели несколько патриотических акций в эту дату. Часть из них прошли в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Так, в сквере Марии Рубцовой вспомнили и почтили память тех, кто погиб в локальных конфликтах и войнах. Специальное назначение, само за себя, это когда уже необходимы те ребята, которые справятся с любой задачей, с поставленной целью. Альфа, вымпел – это именно войска специального назначения, которые приходят именно на конкретные задачи. Сами вы знаете, например, та же операция в Беслане. У памятника героям необъявленных войн собрались жители Химок, волонтеры, участники клуба «Активное долголетие», воспитанники военно-патриотического отделения «Сова» и депутаты. Они почтили память героев традиционным возложением цветов. Светлая память ребятам, которые действительно положили жизнь за нашу родину. Войска спецназ – это первые, которые идут на прорыв, которые готовят все боевые действия. Все. С них начинается и, наверное, ими и не кончает. После торжественного митинга показательные выступления кадетов из 8-й школы. Юные патриоты исполнили танец с элементами рукопашного боя. Тем самым показали пример спортивной и военной подготовки. В нашей школе в каждой параллели, начиная с 6 по 11 класс, имеются кадетские классы. Ну, порядка 200 ребят, которые входят в состав кадетской составляющей. Историческая правда – это сохранение ее. Это сейчас самый главный залог успеха и не только нашей страны, а в целом. Кадетские классы, у них в это даже в уставе вписано. У них подготовка идет, во-первых, физическая основная, также психологически готовим. И технически стараемся готовить. Показательные выступления в День спецназа стали уже доброй традицией химкинских кадетов. Это мероприятие организовали представители местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» и общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», чтобы помнили и чтили тех, кто стоит на защите нашей Родины. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.